Вчера в Министерстве строительства состоялась очередная, уже не первая, встреча с участниками строительства, в том числе занимающими активную позицию. По итогам и первой состоявшейся встречи, с которой состоялась еще 31 августа, и вчерашней встречи, еще на первой встрече был выработан алгоритм, по которому пойдет Министерство строительства совместно с участниками строительства для цели урегулирования сложившейся ситуации и возобновления строительства. Для этого Министерство взяло на себя ряд обязательств, на исполнение которых было предложено двухнедельный срок. Вот вчера истекла половина из этого двухнедельного срока. По итогам министр доложил о промежуточных результатах, которые уже проведены и которые достигнуты. То есть на сегодняшний момент направлены документы о выполнении расчета стоимости завершения работ. Вчера в работе этого совещания приняли участие представители организации строительной акционерного общества «Саратовоблжилстрой», которые как раз и окажут содействие Министерству строительства и участникам строительства в расчете стоимости завершения строительства. На сегодняшний момент никаких договоренностей с данной организацией по возобновлению строительства и ее участии в качестве инвестора в завершении проекта не достигнуто. Однако, в том числе представитель «Саратовоблжилстрой» вчера пояснил участникам строительства, как происходит реализация 131-го закона уже на конкретных примерах, в которых в том числе участвует данная организация, как это будет происходить, на каких условиях, какие правовые аспекты этого существуют. Министр подробно рассказал реализацию положений 131-го закона. Проблема решается и будет решена. Для этого необходимо в том числе, прежде всего, гражданам, участникам строительства объединиться, занять конструктивную позицию и быть на связи, на обратной связи с Министерством строительства и взаимодействовать. Ежесекундного решения данного вопроса не существует. И это и объяснял вчера Дмитрий Валентинович. Это поступательный процесс, который нужно совершать нам вместе с участниками строительства.